Первые люди заселили побережье Байкала около 25 тысяч лет тому назад. 一番最近こちらに住み込んだ人が 25,000年前のところでした。 Это были эвенки. Эвенки – это кочевой народ, которые были тесно взаимосвязаны с природой. その民族としてはエベンキと見られていまして、エベンキが遊牧生活をしていまして、その民族に住んでいました。 позади нас, как у нас представлено, те, как сказать, инструменты, которые использовались в быту, как раз из натуральных природных компонентов. ものがエベンキがその当時使ってた道具ないし楽器が飾られています。 Я держу бубен. Это религию, которую исповедовали эвенки, шаманизм. Люди, они, так скажем, были, так как они были взаимосвязаны с природой, и дар у них передавался с поколения в поколение, и тем самым они пытались связаться с душами природы. で、エベンキが直接自然の中に住んでいましたので、ものすごいこう絆がありまして、なので宗教としてはシャーマンだったので、シャーマンとしてそういう太鼓を使って幽霊や呼び出しすることができてますね。これは作られた、シャーマンの骨、основа как раз является деревянный каркас и скажем, ручка, как раз в форме человечка, так как они считали, что таким образом они могли связаться с духами. で、この太鼓なんですけれども、木の枠の上にトナカイの皮を使って作られていまして、この手持ちしているのは、なんとなく人の形をしていまして、なのでこれを通じて、亡くなられた幽霊と話しできるという、 В качестве шкуры животного использовались олени, козы, козел и лошадь. Предлагаю вам постучать по бубну и почувствовать себя немного шаманами. 気持ちが湧いてる方がどうぞ遠慮なく叩いてみてください。もしかしてシャマンが生まれてくるかも。気持ちをね、分かって。どこ持つんですか？え？あ、こう。エビ。 手が抜けねえよ。シュー2台だって。ちょっと困ったな、それか。糸で糸で、はい。イケメンがただ、ニコニコするんですかね。エベンギですね。 すいません、その前に上着を脱いで、これで預かりました。バイカル号が3、30ミリオンフェタ、3000万ですか？3500万。前に生まれたと見られてます。 Когда произошло изменение суши, все произошло в единое большое озеро, которое мы сейчас с вами видим. で、地震が起きて、それで土が外れてて、全部一緒になりました。 Около 3,5 миллионов лет тому назад начали появляться первые организмы. И сейчас мы с вами и узнаем, какие первые появились.
одна единственная река, которая вытекает из озера, это река Ангара. Байкал-го から出ていく川として唯一アンガラ川になります。Даже существует легенда о дочери Ангары, которая сбежала от отца Байкал к своему возлюбленному Енисею. で、我々よく子供の時から一つの昔話を聞いているのは、アンガラ川がバイカル湖の娘として大人になってエニセイ川と愛が湧いて逃げたという昔話ですね。Представлен у нас временной промежуток, сколько лет на это потребуется, чтобы опустошить Байкал. Это вот как раз... Через Ангару? Да, если будет... Мизу нытеру ваке, не? Да, има Ангара-гава де, соно мизу нуку тую но, дорогурай жикан какарука тую но, ёсу десне. И на это потребуется 400 лет. 400年かかるわね。400年かかる、水を抜くのにね。そこがすげえな。Что будет, если это же опустошенное озеро заполнить всеми озерами мира? Озерами мира. Да. で、今度空っぽになってるバイカル湖をプレスに озерами。全世界にある淡水の湖の水をここに入れたとしたらどうなるか見ます。если крупная река, которая впадает в Байкал, это река Селенга. で、バイカル湖に入ってる、注いでいく川として、一番大きな川としてはセレンゲ川、セレンガ川ですね。Реки Селенги как раз и имеется, есть кабанский заказник, который занимается охраной водно-болотных угодий и птиц водных. Да, こちら Селенгия-гава то Байкал-ко 一緒になってる位置に保護区がありまして、そこで鳥を保護してる地区として使われてます。Ну, здесь как раз будет прям, озеро заполняться меньше года. Указано. これで1年以下にかかりますね。И на это потребуется 300 дней. 300日。ほう、でいっぱいになる。それすごいね。Это озеро или чем? Или река? Это, по-моему, все реки, которые есть, их если. Это не озеро, так? Ну, так и озера, которые могут в себя вместить этот Байкал. Озеро Байкал начинает замерзать только в конце декабря месяца. Байкал-го га 12 月の下旬で凍り始めます。В марте месяце у нас ежегодно на Байкале проводится Байкальский марафон. Это маршрут от Листвянки до Танхоя. И традиция эта введена с 1973 года. Де, кочера де, 1973 年からバイカルマラソンというのは行われまして、でちょうどリスビアンカからタンホイまでの42キロになります。И у нас в этом году 1 марта как раз будет проводиться Байкальский марафон. 今年のバイカルマラソンが3月1日になります。Байкал находится под льдом на протяжении 6 месяцев и таять начинает только в июне месяце. で、12月に氷を始めるんですけれども、全部氷が溶けるのは6月初め頃ですね。バイカル湖で泳げるのは8月頃しかできないですね。